А он что поделает? Я взял акриловые краски, дам все равно куда-нибудь задену, у меня старье абсолютно. Сказать, что хочешь, то рисует. Кисточку, которая ремонт сделала. Да, еще можно вместо салфеток, вот, например, быстро грунт покрыть, не кистью, а можно покрывать ее тряпочкой, вот, типа, от простыни, ну, либо бумагой даже. Тоже можно использовать также масло, ну, то есть основной тон сначала создать. Я пользуюсь маслом. И здесь у нас сейчас основной, что у нас здесь, черный с белым, вот он. Больше белого. Да. Чем больше белого, тем больше светлее получается коричневый. Да? Если у нас по краям будет, по краям у нас более такой вот темный цвет, то здесь он получается у нас уже светлее. Сейчас нам просто надо как бы избавиться от всего этого фона. Он затемняется. Всю вот эту всю нам надо сейчас сначала нанести просто общий фон. И сразу его разводим. Вот эти вот ты сейчас пыталась стволы сразу показать, да? Я и думала, что такое темное ляпнет. Ну ничего страшного. Для этого же есть у нас еще масло белое, белило. Здесь вообще черного с этой стороны. Здесь изозикус. Здесь больше, значит. Где-то, например, вот здесь белило мы можем добавить. То есть сам центр не уходить от, не покрывать его большим слоем. Центр примерно у нас остается белым. Наша задача сейчас сделать сначала вот тот грунт показать, который мы видим сзади. Все задние планы, только задние планы. Сейчас не нужен он здесь нам, да. Сильный черный. Сейчас начнем его вытирать. Потому что здесь у нас присутствие уже больше белого и больше. Старайся сразу сделать, нанести тот, который мы примерно видим. Вот видишь, как она идет сверху вниз полностью по всему переводу. Да? Пусть вот эти полоски, они даже нужны там, вот эти вот маленькие полоски, потому что там не понять и неизвестно, что там какие-то деревья стоят. Да, блин. Ой, что-то синее вляпало. Синий выкинул у нас. Вот он в итоге у нас получается. Этот синий у нас тоже нужен для будет. Не-не-не, он такой легкий, он потом вносится вот таким вот. Он не чисто синий, а вот этот именно осененный, где он синий, вот этот синий, да, немножко сбиваю. Вот такой вот, смотри, с белилами, видишь? Угу. Он даже не понять какой, он еле-еле там вот такой вот. Вот видишь, оттенки. Оттенки их нужно внести, вот где ты видишь оттенки синего, это уже я много сделал, видишь, но где-то они могут слегка присутствовать, то есть вот сейчас буду взять другую тряпку и как бы его немножко разнести. Синий для чего нужен? Для того, чтобы все равно показано уже, что здесь как бы немножко больше. Больше выкинуть. Не сильно прям синим указывать. Но сделать его немножко присутствие. Присутствие его должно быть. Вот такая вот, да? Все, картина готова почти. Да, то есть вот это у нас. Есть этот грунт, который там видно. Значит, что у нас теперь? Теперь мы идем, приближаем ближний план, то есть забираем уже вот этот более темный цвет краски. И тоже у нас сейчас он пока не идет, вот такой структурный. Структурный это совсем близко.
А сейчас тот еще, вот тот дальний план, там какие-то, может, там же тоже какие-то деревья, какие-то там листочки. Да? Их надо указать вот таким вот. Но не замазывая полностью, оставляя, вот смотри, есть белый, да? Где-то, где-то оставляя. Пятнышками какими-то накидать. Это можно сделать либо мастихином, либо вот так, смотри. Цельнолёгкие. Ну, примерно. Хоп, и оставить его. Как-то вот так вот. Хоп, и оставить, понимаешь? Смотри. Хоп. Он где-то, где-то в плюс темного, где-то в плюс белого. Ну, примерно вот такими пятнышками. Как и здесь получается пятнышки, так же и здесь. Вот эти стволы потом будут рисоваться. Сначала, сначала именно вот эту краску. И как ты ее видишь, вот примерно вот такими пятнами, как будто там дальняя такая. Здесь уже хватает, а еще ниже. Я думаю, да, ниже по-любому надо затемнить. Да. Немножко влево надо уйти, да. Не делай его как листом. Не делай, не делай, подожди, не торопись. Всегда чистая салфетка, всегда вытираешь. То есть таким разбрызганием. Если она получилась такая, не страшно, можно добавить немножко белилка. Да, здесь надо осторожно, то есть не вляпать прям сразу темную краску. Ну, примерно можно выйти, если, если уже сильно затемнили, то не нужна она сильно. Видишь, она получается такая. Вернули ее назад к тому эффекту, какой он был раньше. Как очень просто. Сам два раза махнула, все, ну, блин, я как ляпнула. Примерно. Но старайся сейчас все равно больше брать. То есть не сразу надавить темной краской, а примерно, примерно вот начинать чуть-чуть темнее, брать чуть-чуть темнее, чем, чем на самом деле фон. Где-то можно белым. Но это не страшно, то, что вот такие вот разводы остаются. Даже вот здесь вот можно. Абсолютно копии не надо делать. А... Нет, я просто вот до какого места смотрю, что у нее где-то до ее талии, вот где-то середина картины чуть выше. Здесь, здесь вот так здесь вот всегда нужно опираться на то, что центр картины у нас вот, вот, вот получается, да? Угу. Вот у нас центр картины, значит, если центр, это у нее как раз рука здесь получается на этом месте. Вот. Уводим вправо, вправо, видишь? Здесь она, значит, примерно, примерно где будут находиться деревья. То есть мы показываем только какую-то часть. Раз показали, смотри, чуть-чуть набрали, здесь показали. Да? То есть мы не побежали сразу по всему холсту. Где-то вот, может быть, маленькую. Не обязательно же большую сразу показывать. Да? Взяли, показали, раздавили, оставили. Взяли, показали, раздавили. Оставить. И вот эти вот, видишь, как здесь, беленькие, 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 их надо оставлять, то есть не замазывать все абсолютно. Давай, не, не могу я так сделать. Ну, правильно, нет, все ты помнишь, что это та дальняя структура получается. Ты неправильно мастихин делаешь, то есть возьми его легко, легко. То есть у тебя кончик мастихина должен свободно ходить. Я его держу, ну, чуть ли не двумя пальцами, то есть тремя. А ты его держишь вот и начинаешь давить. Тяжело же так. Должна легкость быть. Как авторучка, она тоже легкая должна быть. Как и кисть. Если это кистью указывать, то же самое можно показать кистью, да? То есть не мастихином, а кистью. Если мы возьмем кисть, смотри. Ну, например, где-то
такими разводами. Тоже можно попытать указать. Тоже самое. Я не всегда такие вот неправильные формы разбираю. А у меня обязательно пятно. Так она должна быть неправильной формой. Я знаю, что вот у тебя получается, а у меня нет. Я начинаю... Не-не-не, все правильно. Листья у них как бы неправильная форма. Вот смотри, в центр уже меньше краски, потому что там те дали, а дали они не любят, где структура. Да? Поэтому укладывать надо не толстым слоем краски, а уже как бы этим. Рюмочки. Страшно. Возьми, ты попробуй, ты попробуй маленьким. А попробуй маленьким, не бери большой. Вот его. Попробуй маленьким. Это мне теперь он уже сильнее размазать, да? Абсолютно приблизительно. Бояться ничего не надо, потому что здесь мы все равно видим, смотри, здесь мы видим уже более затемненное. Поэтому. Но где-то есть просветы. То есть все замазывать не надо. Вот. Очень красиво получилось. Видишь, намек на какие-то листья. Все, идем дальше. Даже очень здорово. Ты вот эти сверху вниз ведешь или снизу вверх? Здесь ты можешь пробовать как тебе угодно. То есть, да. Ты сейчас что делаешь? Ты сейчас я хотела вот стволы... это продлить вот эту вот и... Нет, ты про стволы забудь. Тебе сейчас стволы не надо, тебе надо только задний фон. Только задний фон. Какими-то намеками вот такими. Вот, все, на листья. На листья, просто на намеки. Намеки. Где-то оставить так, где-то смазать. Пусть они вот такими будут, смотри, вот. То же самое, да. Это все вот так вот у нас идут. Уже, это уже листва, показано ближе. Тут тоже делать. Тоже делать. Пойдет так? Почти плоско. То есть не концом, а плоским. Да. Раскидать. Не замазывать. Смотри, получается где-то темнее, где-то светлее. То есть ту же самую краску, когда ты набираешь, ты ее можешь набирать не обязательно размешанную полностью одним тоном, а именно там где-то ты зацепила светлее немножко, где-то темнее немножко, и то есть она остается. Здесь нужно. Здесь же есть еще способ, например, вот так вот, смотри. Структура, да, тоже непонятная какая-то. Если мы ее просто макнем, она тоже получается, как будто там какой-то намек на листву. Это мне больше нравится мастерина. Вот это? Да. Потому что написание бумагой тоже техника. Но мастерина... Уже не трогать это. Почему? Ты можешь ее под... Конечно, можно, нужно. Плоским. Прямо положи как утюг. И пробуй его, смотри, то сюда ты пошла, видишь, что здесь уже хорошо получилось, не трогай ее. Можно как-то, просто, смотри, даже и не пытался там что-то сделать, просто как-то размазал и все. И вот понравилось, ее надо оставить. Интересная затея, интересный сюжет получился. Оставь его, набери еще краски. Смотри. Дороже получилось. Не надо ничего не... Да, вверх не лезь. Смотри, красиво получается, все. Не надо уже там что-то мазать, не надо. Если у тебя получился сюжет, то его уже не надо. Его надо только доработать. Где-то даже очень красиво получилось. Не надо трогать, оставь. Смотри, как здорово. Оставь. Сделай
рядом еще какой-то сюжетик. И в итоге у нас получилось вот, вот набросок на какую-то, листву, намек. Здесь эту ближнюю листву к нам можно как уже добавить вот этот вот либо коричневый, либо желтенького цвета, либо зеленевый, ну тут зависит от того уже, как ты хочешь это делать. Можно какие-то, видишь, они уже получаются не такие скучными, как бы у нас присутствие уже третьего цвета, оно получается уже более такая интересная. Опять-таки, видишь, я ничего не замазываю, я просто немножко добавил. Как и синего мы немножко добавили. Все, идем дальше, да. И у нас здесь вот, чуть ли не до середины. Вот у нас середина. Чуть ли не вот до сюда надо, да? Все это. Плоским. Плоским. Хорошо. Да. Мне кажется, черти что. Сюда тоже на желтый добавлять нельзя? Ну, в принципе, везде, но это мы уже в конце. Сейчас желтый нам не нужен, это я тебе показал. Сейчас нам нужен вот этот цвет, его сделай немножко однородный. И примерно поднакидай где-то у нас. Ой, я ж боюсь. Не могу я, блядь, так как ты вот раз пошел и все. Вот остались просветы белые, и оставьте их, пусть они будут очень хорошо, красиво смотрятся. Чего, еще ниже, еще? Да, еще ниже. Да. Нет цвета, то есть ты тот же самый цвет набрала, что в принципе их интегру, то есть тот, который сидит уже там. Тебе надо прям взять потемнее, да. Здесь-то мы вообще наблюдаем темное пятно, то есть там чисто черный цвет. Вот тут. Поэтому бояться тут особо нет цвета, возьми темнее. Еще темнее. Да, еще темнее. Уже вроде аж черный. Да, блин. Не могу, все равно серый. Уже намазала. Смотри. Видишь? На, попробуй вот так. Может быть, плоской кистью что-то ты сделаешь. Где-то здесь, где-то тут пятно, где-то тут пятно, смотри. Пусть оно намеком. Отходи всегда. Почему стоит это делать? Потому что вот так никогда ты не увидишь, что там. Всегда примерно отойти назад. Примерно. Может быть, какие-то вот такие вот листочки, понимаешь? То есть могут присутствовать. Где-то точечки вот такие вот, плоской кистью, плоской вот так как бы смазанной. Но вот это вот такое пятно его исправлять? Я думаю, нет, все очень красиво. Ты думаешь? Угу. Ничего не надо здесь исправлять, добавлять. Здорово. Эту сторону, да, надо работать. Вот эти вот, видишь, ближе уже, которые веточки у нас пошли. То есть сейчас пойдут веточки и пойдут вот эти вот листочки. Это уже совсем близко, которое к нам находится. Ну а где еще ниже делать? Мне кажется, уже все вот это вот сделано или нет? Ну, я думаю, что здесь все равно надо добавлять стволов, темноты, каких-то. Как ты ее делал? Плоской. Либо практически лежачей, да. Угу. Старайся не сделать из этого мячик. То есть тоже не должно присутствовать. Что-то такое бесформенное, что-то вот типа вот такой вот какой-то, да. Отлично. Черкни какие-то, нарисуй там еще стволы какие-то там. Там же видишь у нас. Ты не делал краше этой? Это же, да. Какие-то
Нет, но если ты ведешь, то заведи на живот идет дорожка. Да? Ну вот это откуда-то отсюда начинается. Да, ну все равно она идет сюда. Снизу, подожди, вот отсюда, да, привязать надо ее. Пусть она где-то просвечивается, да. Вот. То есть не вздеравная получилась, как ты же как шпала. Не страшно. Те, которые там от дороги у нас стоят. Где-то там далеко, 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 далеко надо такие уже указывать. Не краской, а нет. Также можно кистью все, но. Намеком, что они еле-еле видно. Да, еле-еле видно. То есть они там далеки. Это можно указать также кистью, но сильно не набирая уже этих темной краски. Также и здесь. Все горизонтали, ой, все отражения, то, что вода блестит. Сначала надо показать нам сверху вниз. Не по горизонтали, а по вертикали все отражения. А потом уже вот они. Горизонтальные. Мне кажется, уже хватит этих деревьев. Вода. Не, деревьев, я думаю, да. Пусть чуть-чуть можно еще туда вставить. Это вот таких вот размазанных. Теперь веточек нам не хватает. Только тоненькие туда, да, уходящие. Тоненькие. Не влево, вправо, а именно. Старайся их не заваливать никуда. Сложно, тут практически ничего не сложно. Они еле-еле видны, там где-то туда намек на какой-то, может быть, там еще, там. Вот она, дорога-то уходит, у нас уходит. И как бы... Не види лево-право, у нас же деревья ровные там стоят. Старайся не делать это руками, это все можно было тоненькой кисточкой или узкой кисточкой. Те деревья, которые там вдалеке, они уже маленькие. У нас уже маленькие. Не такие. Да. Там есть у нас и вертикаль, и горизонталь, но пока присутствие вот этого уходящего вдали. Светлости. То есть та даль, она у нас засвечена. Вот это там выходит вес. И возможно у нас выходит уже. Парка, может быть, выход какой-то там. И вся эта светлость, она, естественно, отражается в этом. Продолжается. Вот здесь я вижу. Тут много очень, да, то есть там. Ну, они уже эти пятна как-то вот так идут. Да-да. Нет, мы сначала мы работаем только по вертикали. По вертикали. Сначала. Потому что мокрый асфальт только так можно показать. Асфальт, тропинка. Потом мы накидаем. Сначала только по вот этим. Использовать можно бумагу использовать, можно где-то использовать. Все абсолютно приблизительно. Все отражения, видишь. То, что мы наделали сейчас. Сейчас надо подготовить сначала, а потом уже, соответственно, все отражения надо указать. То есть, если, например, у нас вот этот ствол дерева, то он отражается у нас дальше. Он никогда у нас не пропал. Если у нас этот ствол дерева. Это в прошлой работе мы с тобой делали такое. То есть, вот он. Вот он уходит в отражение, он смазанный. Он не уходит влево или вправо никуда. Он также у нас идет вниз, он отражается. Толстым его нежелательно показывать. Толще, чем он есть на самом деле. Он может быть влево-вправо тоже нельзя. Только вниз. Только по вертикали. Все правильно получается. На, возьми кисти посмотрим. Здесь вообще вот этот толстый у нас, вот он так и идет вниз отражение. Господи. Ну, точно.
так как у нас там деревья, они не висят, они же у нас как бы это, к чему-то привязаны к земле, поэтому мы тоже сейчас их покажем. Там есть у нас кустарники, может быть, какие-то. Да, не вполне даже. Нормально. Мне бы вот сейчас потом вот это бы все на камеру сняли, потом я бы и включила такой холст и без тебя. Да. Ага, вот это объяснил, но сразу же чтоб сделал. А так мы сейчас это снимем, ты потом возьмешь другой холст и попробуешь еще без меня. Ну, я тебе намеки-то даю, да, ты же понимаешь, как это делать. Не, я говорю, что ты неправильно делаешь просто. Все вот именно, что это. Просто информация за один раз много, а потом, знаешь, когда начнешь писать, почему мы это делали? Вот как ты видишь, например, вот здесь, вот видишь что-то там, да? Может быть, здесь и у художника тоже ошибка есть в этом плане. Ну, это можно указать, в принципе, здесь. Уже можно вот эти плоскости, то есть не все, то есть сначала указать отражение, а потом указать вот эту вот плоскость, она же присутствует, но опять же таки не закрашивая ее всю, да, а просто то в плюс белого, да. Ну вот тут вот она хорошо видно сделана, что деревья вот толстились, корни, и вот прям вот эту границу. А тут взял просто белого, размазал и все. А тут хорошо прямо видно, да, где вот начинается тротуар. А тут так все мало. Это также можно кистью указать. С Кином тяжело работать в этом плане. А вот именно кисточка, ну как здесь, например, да, у него здорово показано. Где-то правильно ты говоришь, возле корней деревья всегда идут толще. Видно. Еще один какой-то. Мы можем показать, что там корни деревьев. То есть отражение, как будто там какой-то бортик идет. И потом пошло отражение еще. Еще одно. Еще где-то одно. Согласны? Вот. А сам бортик можно украсить, чуть-чуть белого внести туда. Пусть он там будет смазан. Не страшно. Пусть он будет. Вообще затея это интересна тем, что непогода, серость. Ничего абсолютно точного делать не надо, здесь как получится. Те дали, куда она уходит. Здесь тоже нет такого, что вот именно здесь борт проходит или здесь борт проходит. Это чуть больше беленького. Уже указать вот эти вот. Но оставляя, соответственно, оставляя вот эти отражения в деревьях. Даже вот эта вот краска, только белая и серая, и тут еще что-то есть. Желтизна? Нет, вот здесь нет желтизны. Только белая и серая такое получилось. Белый и серый мы добавили вот. Синяя. Да, и у нас получилась такая. Ну, синяя ты фон добавлял вот здесь. А вот именно вот этот вот цвет, чтобы сделать. Этот цвет, серый цвет делается из белого и черного. И все. Да. А если вот лишники серый делает, тогда что? Белый черный, лишники серый. Нет, а вот краска есть черная, серая, почему ты ее не используешь? Это будет не для. Зачем тебе? Вообще все краски делаются из четырех красок. 16 тысяч цветов ты получаешь из четырех. Я же тебе рассказывал тоже. Желтый, белый, красный, синий. Получаешь все цвета радуги. Там синий, например, с желтым смешиваешь, получаешь зеленый цвет. Ну это я все знаю. Ну просто такого фига тогда они такие большие наборы, если все равно нормальные художники не пользуются. Когда я потом их буду использовать? Не, ну там, соответственно, более сложные тона, если ты там просто уже... Просто где-то что-то добавить надо, есть, да, чтобы создать какой-то. Да, план. Если у тебя есть уже опыт большой, ты уже добавляешь... смешиваешь, там же всякие ультрамарины и все остальное, ты уже смешиваешь, делаешь уже
настолько затрудняешь картину, что вот... Ну да, ты когда море рисовал, тоже там в одну волну до такого довольно, в другую, такое совсем другое. Та же волна, оттенок уже немножко другой, это глубоко, а это уже... Угу. То есть ты тут, да, ну в основном для начинающих никогда не говорю, чтобы попользоваться сразу. Есть у тебя непосредственно парочку красок. Так, теперь нам нужно... Примерный силуэт, где у нас будет находиться, это тоже, опять же, не ляпает сразу какой-то край. То есть здесь еще немножко показать. Контур, где будет, да? Да. Ну, то есть так же, как ты там видишь, если ты видишь середину вот здесь, да? Вот. Ну, если вот, четыре части разделить, середина, получается вот тут вот где-то начало. Вот середина у нас вот получается, да? То есть вот она точка, и здесь точка. Отсюда у нас пошло, значит, приблизительно то, что мы видим, это плащ ее, да, размашистый, как он идет у нас. Все абсолютно приблизительно, то есть ничего не надо использовать там, ни карандаш. Вот. Ты можешь просто как бы сначала от центра расширяя. Сразу ее пух и рисовать контур, а именно расширяя. Где-то у нее здесь вот это волос будет, да? И потом здесь уже наброс на пол зонтика, то есть зонтик у нас где-то примерно так. И он тоже у нас не совсем ровный, то есть тут какие-то есть вот такие вот заворотики. Все это абсолютно... Абсолютно приблизительно. Сначала. То есть, если ты сейчас начнешь сразу толстой краской надавливать, да, то, соответственно, ты можешь ошибиться. Здесь у тебя абсолютно приблизительно, то есть, где ты должна сейчас сделать намек на то, что там где-то рука, где у нее ноги будут примерно, да, то есть, выходить из того, что ты должна уже примерно ее видеть. Вот ее вроде бы нет, а вроде бы уже начинаем. Она будет, да, уже видно. Уже мы начинаем видеть, что и как на картине. Где у нее идет нога, где у нее плащ, где у нее заканчивается. У нее получается эта нога короче, получается, что она впереди ее. Да? Где-то прикрывает у нее плащ. Ну, у нее как таково здесь не видно ни туфлей, ничего. То есть у нее также идет. Да, у нее также идет абсолютно такое вот. И также это приблизительно оно уходит потом туда. Но сначала нам надо накидать, сделать этот. Контур, где она будет? Нет. Сначала подготовить, на чем она идет. Плоскость сделать. У нас нет плоскости сейчас. На самом деле мы еще не задали ничего. Те дали, здесь мы задали, где у нее будет плащ и все остальное. А спереди у нас ничего не задали. То есть вот это у нас уже идет ее плащик. Здесь у нас будет шарфик, ну это все красным, оказывается. Вот здесь у нее, соответственно, мы можем внести вот этот цвет уже. Либо розовый, смешавший, то есть красный смешать с белым немножко. У нас получится такой. Кофе не хочешь? Неплохо было. Смотри, красный с белым. У нас получается розовый цвет, да? И добавляя туда вот этой вот. Вот этого вот желтенького цвета. И вот он этот цвет. Цвет ноги. Ну, немножко больше красного. С красным вообще аккуратно, потому что красный он очень едкий. Это все тоненькие. Можно мастихинчиком. Делать с маслом, вот ты спрашивала техника, смотри, чуть-чуть маслица, немножко сделать такую жидкую, да, красочку, потом всегда тонкой кисточкой, всегда у тебя получится вот такие вот аккуратненькие, может получиться, если ты будешь вести стволы сверху, либо сверху.
сверху вниз, либо снизу вверх. То есть здесь мы можем уже конкретно сделать какие-то намеки на веточки. Правильно? Одна пошла туда, другая сюда. Ветки, они не любят же этих ровностей всяких. Ну, что-то типа вот. Пусть даже не так, как там. Даже не смотришь, когда рисуешь, как она ляжет. Да, я не смотрю, я просто вот на свой, как говорится, вкус. И вот, пожалуйста, да, жиденькой красочкой получается такие вот у нас годики веточки. Здесь, если их нет, их можно тоже указать, как будто бы там что-то в эту сторону, может быть. Не обязательно много. Можно снизу вверх, можно сверху вниз. Ну, намек есть, что они там присутствуют, они же могут там присутствовать. Также раскидать темное. То есть это густота листвы, как бы переходящая темного к светлому. Оставляя кругом, да, вот эти вот. Также здесь тоже не хватает. То есть темности нужно. Взять краски. Запачкать немножко. Та далекая. Здесь вот эти стволы. Вся картина, по идее, у нас темнее, чем на материале, поэтому немножко и больше контрастности. Контрастность это от белого к темному, да? Все, вот эти стволы тоже поконтрастнее можно немножко, особенно ближние, которые идут к нам. Чуть-чуть контрастнее, будет получше смотреться. Там, те, которые там вдали, они могут быть не такие контрастные. Это что-то такое, примерно. Да, уходящий вниз смазанный такой. Также у нас можно здесь указать какие-то эти привязанности. Взяли, смазали всю картину. Не понять, что она там. Правда, с этой стороны, как да? В общем-то, она получается, что это на самом деле это ошибка, да. То есть лучше будет, если загонять вот так свет раз туда. Вот таким макаром. Тогда будет, если мы под это дерево подведем, то она может присутствовать темности, светлости. Даже вот такая вот. То красиво, да. То есть определенности-то нет, видишь, я ничего не делаю, никакой определенности абсолютно. Все абсолютно приблизительно. Синий у нас совсем чуть-чуть, тут синий. Нет. Не особо. Мы увлекаемся сейчас синий. А белая, видишь, как белая уходит. Это уже третий раз.
Ничего, ничего, нормально все, да, так и должно. У нее же тоже там получается слишком, слишком много всего. Даже вот, как бы, вот такими просто касаниями, да, разбивая, мы тоже можем как бы показать, что какая-то там намеки на это. Смотри. Вы не гиненьки, как листики, а у меня эти флеки, блин, какие. Ну что-то у нас не в шахматном порядке, а именно как-то вот таким вот. Да, пусть листочки сюда немножко вышли, где-то там, где-то здесь больше. Получается уже как бы у нас тоже делаем. Получается эффект, как будто у нас вот этот размазанный асфальт. Я бы сделал еще, вот можно мастихином большим. Если это лужа, допустим, ну допустим, вот дерево идет, да, отражение. Mm-hmm. И мы хотим показать, что оно дерево в луже. Краска. Дерево. Mm-hmm. Если мы его вот таким макаром размазали, оно получилось как будто дерево в луже. Можно вот таким намеком сделать. То есть уже веселье сразу появляется. Да? Уже как будто в этом. Видишь? Также взять беленькой, чуть-чуть смешать с синенькой, да, и показать вот эти на плоскости. Белая, синяя плоскость показать. Такими-то просто шишками. Не уходя вниз, не заваливая. А именно вот такими вот. Вот. Лево-вправо. По горизонтали. И потом мы наводим уже потом саму основную тень. Здесь художник показывает ближний план. Вообще у нас лужи стоят. То есть у нас есть и отражение, да, сейчас присутствует отражение, и есть уже присутствие вот этой вот. Если мы даже синенькую введем сюда сейчас красочку, она тоже будет здесь очень кстати. Затемнение. Ну там, в общем-то, все в горизонтали показано. Все вот эти. Плюс. То в плюс темного, то в плюс светлого. Ну все это по этому идет, да? И закрашивать. Давай начинай закрашивать. И у нее получается и море так, да, две полосочки идут. А у вас коричневая. Да, она не сильная, она как бы втягивает вот это вот, она идет туда, а это давит оттуда. То есть нам надо, опять же таки, еще ярче указать. Это надо чистую взять кисть и нарисовать. Затемнить. Это сейчас только намек на ноги. То есть, а если ты не стал что закрашивать, а пальто? Сейчас давай, да, давай. Работаем над листики черные. Пальтишком, я думаю, да. Листики черные, как ты его видишь там. И какой кисточка, большой, маленькая. Я думаю, вот там вот как-то. Потом там будет шарфик. Здесь у нас вот эта вот рука. Тут потом шарфик, волосы. Тут как по мне так вот идет, да? Ну старайся, да, содержать, сделать. Сейчас белое несется потом. Ты сейчас просто как бы ее. Тушевать надо. Да, все равно вот, там вот в этом рифтинге, вот так вот, да? В этом же рифтинге. Рифтинг оставлять, то есть направление остается. Но, опять-таки, вот кончики вишены, как будто там... Рваные. Как рваные, да, кончики. Нужно, соответственно, плотно оставить. Где шея, там тоже сюда надо не загонять, вот здесь вот оставить, значит, вот это для волос. Ну, блин, это черная пошла.
самом деле черная. Под красное-красное поверху будешь мазать или как? Красное сверху. Она и размажется на черном. Волосы тут, да. Ну здесь не накладывай, вот оставь для шарфа. Тут крючок черный. И также волосы потом тоже. У нас есть, видишь, как бы сюда еще уходит шарф, да? Все развивается. Тоже абсолютно все приблизительно. Где-то вот таким вот. Сразу видно, что зонт наклонен у нас в эту сторону, а в эту сторону у нас ветер идет, да? Развивается шарф, развиваются волосы в эту сторону направления. Здесь можно даже указать, как они на ветру, вот эти волосы, видишь? То есть, ну, там не так видно, но здесь очень даже красиво будет, если... Волосы там немножко, они как с коричневыми, с красными, не понять. Чуть-чуть. Нет? Ну, да, мне кажется, видите... Как будто, говорю, искала, говорит, как будто интеллигентнее, что ли, она говорит, во, как зарек, я говорю, ты что, знаешь, сколько я слов подбирала, я тоже их хотела сказать, они как будто благороднее, говорю, смотрят. Ну и все, здесь показываем уже этот, сам зонтик. Сразу видно ветер. Нет, там зонтик, Саш, как будто как ниже головы, почти видать, только прядь волос. Ну, мы можем как угодно его сделать. Можем даже лицо ее чуть-чуть сделать. У нас же нет такой определенной задачи. У нас задача сейчас... Да, у нас задача сейчас сделать как бы... Абсолютно все приблизительно. Шарфик, например, он выходит. Опс. Ну, вообще не старайся никогда делать копии, потому что копии, во-первых, сделать абсолютно копию, это надо время, да и не нужно, а зачем это нужно? Ну и когда особенно такие листики, деревья, то есть возможно скопировать каждый листочек, на каком он месте. Оно не надо. Не надо. Вообще не надо. Зачем это надо? У нас пусть лучше оно двигается по-своему. Ну, примерно все как-то примерно, да, указывается. Все, заворачиваем. То есть у нас ветер. Все, закрашиваем зонтик. Это красненький. Это тень надо, вытри.
Да, бери всегда салфетки. Чуть твоя кофе не обмакнула, блин. Здесь у нее даже вот ноги, они сливаются, видишь, черные идут сразу и уходит у нас в этот цвет. То есть не прямой как бы цвет тела. Упс, смазал мышкой. Бывает, у меня тоже рука дергается немножко. Я думала, у тебя. Уже вроде это облик поярки. А он должен быть яркий. Здесь ярко красный. То есть здесь даже если лишняя краска остается, ее лучше вообще убрать, чтобы она не мешалась. И потом, чтобы там краски не было. Что листья? Внести уже свой чистый цвет. Здесь старайся, вот у нас есть же середина, да? Здесь получается как бы оттенки все равно у нас идут. От каждого треугольничка у нас идет к центру. И теперь там вот так рисовать. Вот этот, видишь, оттенок? Да, вот он. Да, и нужно внести краску. То есть вытри, она у тебя смешалась сейчас. Всегда вытираешь. И носишь чистый цвет. А здесь у нас ходит уже. Ну теперь у меня точно. Ну ты посмотри, что у меня же. Сейчас переработка идет. Просто сейчас накидал. Он у нас зонт уже здесь. На самом деле он уже очень яркий. Уже у нас инцидент получился. Красного мало. Вообще, картины с красным цветом... Мало очень картин с красным. То есть, красный уходит редко. Красный, синий, зеленый, нет, белый, черный. Да, в основном идет. И черный идет. Тоже делаешь из чего-то. Нет, белый, нет, черный. Для ускорения, конечно, тебе должен присутствовать черный, потому что это быстрее. А можно даже вот здесь добавить, правильно, какой-то там акцент красного. Акцент красный. Он нужен вам здесь, его нет.
сейчас, особенно у современников, да, нет такого, что там прям, как мы, например, она говорит, мы пытались с ней писать. Она пытается все четко сделать, изобразить каждую. Ну, как амурки рисует, каждый этот. Да. Деточку, каждый цветочек. Да. Я же говорю это, и то есть это должно быть абсолютно каким-то вот таким. Видишь, добавила какую легкость. Вроде нет соединения, а получилось как будто это. Как будто это парит. Также здесь смотри вот на кончик. Чуть-чуть. Какие-то вот такие акценты. И все. И сразу уже другое по-другому смотрится. И сразу получилась такая интересная убегающая легкость. Где-то эту легкость можно здесь добавить. Ну что, замечательно. Здесь вот только теневую, вот как ты видишь, да? Вот, темненький шпиц добавить сюда. Его нет. Темные красочки. То есть у меня руки трясутся. Ой, не могу попасть в дверь. Что-то правда у меня сегодня какой-то.